Привет всем! С вами канал Владелец аквариума, я Дима. Кратко пройдемся по моему 72-литровому аквариуму, что с ним вот спустя неделю. Общее состояние мне лично нравится, все нормально. Есть, конечно, некоторые проблемы, о которых я сейчас вам и расскажу. Значит, первое, что произошло тут, в этом аквариуме, все теодоксусы природники, которые я принес с Днепра, они все погибли. Вон видно, раковинки одни лежат, там под буцефаландрой. В общем, нет этих теодоксусов, 11 штук их было, они все погибли. Погибли, причем, когда я начал делать подмены на осмос. Вот, я опять перешел на подмены осмосом, так как буцефаландрам нравилось. Второе. Буцефаландры, вон видно на Silver Powder, вон отверстия. Появились отверстия на листах, на старых. Ну вот. Не знаю, с чем это связано. С недостатком калия. Калий всегда добавляю. Скорее всего, от изменения в составе воды или, может, стресс какой-то у них. Не знаю, подскажите. В общем, сейчас я продолжаю добавлять осмос, добавляю микро-макро железо и калий приблизительно по 1,6 мл каждый день. Вот. Добавляю также альгицид. Вот. Что еще по буцкам? Они начали сбрасывать листья, но листья не целые сбрасывают, а листья поврежденные. Сейчас попытаюсь показать, вот тут как раз есть лист. Вот такие листья сбрасываются, то есть вот они немножко повреждены ксенококусом и не очень как бы ликвидные, скажем так. Вот. Ну, в день по 2-3 листочка я нахожу, хотя я не вижу, чтобы они были прям лысые, не знаю, как после ядерной войны. Вот. Обрастание типа вьетнамки еще присутствует. Потому как присутствует все-таки взвесь. От нее я не избавился. И, скорее всего, избавлюсь только после того, как будет другой аквариум, и я переселю коридоросов. Вот. Что еще по этому аквариуму? Значит, после подмены на осмос я записал вот параметры. 8 числа подмена была. Вот pH, KH, GH какой был. И вот крайняя подмена 7,5, 4 и 7 GH. Вернее, наоборот, 3 числа и 8, да, вот, прошу прощения. GH упал на 1 единицу. Но опять же, это капельные тесты, все это приблизительно. Вот. Мхи, которые вот у меня расположены на лаве, да, растут потихонечку. Все растет. Обрубки от Silver Powder также пускают ростки. Вот их я, наверное, попытаюсь поместить в грунт чуть позже. Вот, посмотрим, как они в грунте будут расти. Что вот у ребят я видел, у других аквариумистов видео, в грунте растут отлично. Вот. Аманка вон спряталась тут. Сидит. Так, мох, бабл на задней стенке. Нормально все. Сиамские водорослееды, аманки его чистят периодически. Вот. Мох, который ко мне приехал случайно, я вот его примотал и даже не знаю, что это. Пока вот растет. Посмотрим, когда вырастет, что из него получится. По бактериальной пленке. Скорее всего, если завтрашняя подмена не решит вопрос, буду тогда уже брать уголь и добавлять один фильтр, и угольным фильтром это все выводить. Вчера пытался это все убрать листками с бумаги, но это временное решение, то есть это не вариант. Вот. Грешу, конечно, на появление бактериальной пленки из-за того, что я использовал силиконовый герметик в первых видео, в которых я вот эту вот лаву пытался склеивать. Возможно, что-то из этого силикона выделялось в воду, попало в лаву. Вот, и, может быть, частично я что-то не снял, и поэтому вот пленка, похожая на химическую, разноцветная.
Вот. Собственно, по аквариуму, по этому, да, наверное, все. Все буцефаландры, все растет отлично. Буцефаландра, которую я принес с базара, вот она посередине, бело-зеленый лист, и один молодой лезет. Вылезет новый лист, посмотрим, что это. Я ее до сих пор не определил, кто, как ее зовут, кто она. Вот. А манки, те 22 штуки, которых я сюда запустил, я их реально, ребята, я их не вижу. Они куда-то все попрятались, и, ну, вижу там одну-две. И не более. Все сидят где-то вот, наверное, там в камнях, в лаве, за задней стенкой. А мне же нужно как-то каким-то образом вычислить, когда одна из них наберет икру, отметить этот день и не пропустить, чтобы отсадить ее в аквариум. Ну, вот, любят они сидеть. Вот тут, вон они сидят, их видно. Вон они прячутся тут, да. У них тут клуб. Так. Тут, по-моему, и самец, и две моих старых самки, вот. И мелочь там. Ну, они такие коллективные существа, поэтому все толпой тут и сидят. Будем наблюдать за ними, когда наберут икру. В общем, по этому аквариуму все. Вот такое состояние на сегодняшний день. А сегодня у нас 13 число, 13 октября. Вот, если будут какие-то изменения и какие-то новинки, я обязательно сделаю новое свежее видео. Всего доброго, спасибо вам за внимание. Ребята, оставляйте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Меня это все стимулирует к созданию новых видео. Пока!